В Московской области проходит региональный марафон «Долголетие в творчестве». Его главные цели – вовлечь старшее поколение в активную социальную жизнь и дать возможность раскрыть свои таланты. К участию приглашаются жители старше 55 лет и творческие коллективы. Марафон проводится в несколько этапов. На первом конкурсанты получают творческий набор, затем постепенно выполняют задания. Заявки принимаются до 31 марта. Итоговое торжество с награждением запланировано на 25 мая.